Если ты знаешь, кто такой Танос, успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay, и добро пожаловать на мой канал. Мы с вами сегодня опять продолжаем играть в мобильные игрушки, и сегодняшняя наша новая игра называется Epic Hero Weapon. В данной игрушке мы с вами должны будем открывать различные виды оружия, после чего мы с вами должны будем добавлять камни бесконечности в это оружие и сражаться с врагами. У нас пока что открыта только перчатка Таноса и вот такой вот прикольный лук. Давайте, ребятушки, мы с вами сперва одно оружие выберем, другое оружие выберем и, возможно, откроем еще что-то новенькое. Ну что же, сперва тогда выбираем наш лук. Нам нужно будет в серединку добавить еще хотя бы один камень бесконечности. У нас их есть уже аж два. Давайте, ребятки, мы с вами выберем вот этот вот синенький камень бесконечности и попробуем хотя бы один-два уровня пройти. Ну что же, что нам нужно будет делать? Я так понимаю, что мне нужно будет, ребятки, стрелять по вот этим вот врагам, которые тут на нас будут нападать и которые к нам будут подходить. Мы с вами просто-напросто выпускаем одну стрелу, и она замораживает этих вот наших противников, и они погибают. Также я вижу, есть у нас уже какие-то заложники. По-моему, у нас, видите, эта девочка, да, девушка. Вот эту девушку мы с вами стрелять не можем, ее мы с вами должны будем освободить. Мы, в принципе, ее с вами освободили, тех двоих бандитов мы с вами уничтожили, и вот практически уровень у нас 8 и пройден. За прохождение какого-то определенного уровня мы с вами открываем либо частично новый камень бесконечности, как вот сейчас у нас получилось, либо мы с вами открываем какой-то процент нашего нового оружия. Давайте, ребятки, сейчас мы с вами тогда выберем, ну хотя ладно, давайте еще один разочек мы с вами выберем этот вот лук, но теперь попробуем вот этот вот третий камень бесконечности заценить. Его мы с вами еще ни разу не выбирали, и посмотрим, как теперь будем наносить урон по нашим противничкам. Итак, стреляем одного, и он у нас, ребятки, просто-напросто сгорает. Ага, я понял, видите, получается, что нам нужно просто-напросто этой вот стрелой попасть в любого этого вот противника нашего, и он тут же сгорает. Перед этим наш камень бесконечности замораживал наших врагов, а вот этот вот камень бесконечности у нас, получается, их просто-напросто сжигает. И мы с вами открыли на 25% новое оружие. Это у нас, получается, будет щит Капитана Америки. Ну что же, давайте тогда выбирать новое наше оружие. Это будет уже открытая перчатка Таноса. И теперь все три вот этих вот камешка, которые у нас есть, мы с вами одеваем. У нас практически перчатка уже в сборе, и нам нужно будет уже, наверное, с помощью этой перчатки уничтожать наших противничков. Давайте выбираем самый первый камешек и посмотрим, что он делает. Ага, он выпускает, получается, такую своего рода струю, и этой струей мы просто-напросто уничтожаем наших противничков. Видите, нам нужно просто эту струю навести на нашего противника, и он тут же будет погибать. Ага, понятно. Ну что же, первый камешек мы с вами опробовали. Давайте сейчас попробуем в следующем уровне опробовать уже второй камешек и потом еще и третий. Выбираем тогда, ребятки, мы с вами этот вот второй наш камешек. И что нам нужно делать? Ага, а этот камешек у нас, ребятки, просто-напросто выпускает струю. Даже не так, он не струю, а какую-то типа снежинки выпускает. И эта вот снежинка, она просто-напросто замораживает обратно же вот этих вот злых боссов. А если мы с вами попадаем в тентеху, то тентеха взрывается, и все те, кто находился возле этой тентехи, тут же погибают. Ну и теперь давайте мы с вами опробуем наш третий камень бесконечности. Что же делает он? Мы его с вами выбрали, нажимаем на этого нашего противника, и ему на голову падает здоровенный валун, который его и уничтожает. Понятно, здесь он просто-напросто призывает, ребятки, с неба. Давайте, наверное, выберем другой камень бесконечности, потому что к нам подошли уже довольно-таки близко вот эти вот наши боты. Получается, что он с неба призывает своего рода метеоритный ливень, и этот метеоритный ливень тут же падает на голову нашему противнику и тут же его уничтожает. В принципе, и тот, и другой, и третий камень довольно-таки прикольненький, но больше всего мне нравится вот этот вот синий камень бесконечности. Наверное, больше всего или чаще всего мы его будем как раз-таки использовать. Давайте выбираем сейчас именно этот синенький камешек. Когда мы с вами пройдем 13 уровень, у нас открывается новое оружие, и мы с вами, скорее всего, что сможем уже орудовать щитом Капитана Америки. Наверное, нас тут периодически будут вот эти вот различные новые артефакты открываться, и нам нужно будет в эти артефакты вставлять камни бесконечности и таким вот образом сражаться с нашими противничками. Ну что же, этот уровень, как я сказал, мы с вами уже прошли практически, и смотрим, дадут ли нам этот щит. Да, ребятки, на 100% мы с вами открываем этот щит, теперь можно нам, наверное, его выбрать. И здесь, в этот щит, мы с вами можем заложить наши камешки. Ну, у нас их только три есть, поэтому мы сразу их все три и залаживаем. И погнали, посмотрим, как сейчас мы с вами щитом будем уничтожать этих вот наших злых ботов. Выбираем самый первый щит и тапаем по нашему врагу. А, я понял, ребятки, получается, что он просто-напросто бросает этот щит,
И щит влетает в нашего противничка, таким вот образом он его уничтожает. Видите, просто-напросто щитом мы его с вами сбиваем, этого нашего врага, и он погибает. Отлично, это был наш самый первый щиточек, который мы с вами заценили. О, кстати, на 20% мы с вами открываем новый камешек. Теперь давайте мы с вами выберем другой щиточек. Что делает он? Так, пока я не понял, что он делает, скорее всего, ребятки, что он просто бьет этим щитом. А, да, смотрите, видите, когда к нам довольно-таки близко подходят вот эти недруги, то он, наш вот этот вот герой, щиточком просто-напросто его ударяет, и таким вот образом он погибает. Ладненько, давайте мы с вами пока что выберем вот этот вот наш первый щиточек, добьем этого антигероя. Теперь выбираем обратно же наш второй щит и попробуем еще хотя бы одного-двоих завалить этим щиточком. И следующую миссию мы с вами попробуем уже пройти за наш вот этот вот третий камешек. Отлично, смотрите, мы тут с вами еще и девушку спасли, и 15 уровень прошли. Что нам здесь подбросят? На 40% обратно же новый камешек у нас открывается. Давайте здесь, ребятки, мы с вами выберем вот этот вот самый последний третий щиточек, третий камешек. И что он делает? А, ребятушки, смотрите, это что-то наподобие валуна. Просто-напросто с неба прилетает метеоритный ливень и уничтожает всех наших противников, видите? Да, прикольно. У нас, в принципе, поменялся только щит, а действие этого камня такое же самое, как и в перчатке Таноса. Ну что ж, мы с вами 16 левел прошли, и давайте заценим, какие же у нас тут есть уже результаты. На 60% у нас открывается новый камешек, также у нас тут доступно уже 3 оружия. Давайте, наверное, в этот раз, ребят, мы с вами выберем, к примеру, ну давайте еще разочек мы с вами выберем вот этот вот лук. И давайте попробуем, ну давайте вот этот вот желтенький камешек мы с вами оденем. За него мы с вами в этом вот луке еще ни разу не играли. Итак, погнали, что нам нужно делать? Сперва мы с вами попадаем вот эту вот кнопочку, уничтожаем, в принципе, одним ударом всех наших противничков. Садимся в лодку и продвигаемся дальше. Когда мы с вами доберемся до островочка, нам нужно будет, наверное, прям стрелять в наших противников этой вот стрелой. И они будут, наверное, сгорять. Да, ребятки, видите, они просто-напросто сгорают. А, нет, мы с вами уже, по-моему, один разочек этот камешек выбирали. Я, походу, тот второй камень еще ни разу не брал. Давайте, наверное, мы с вами этот уровень уже пройдем до конца. И попытаемся еще разочек взять этот же самый лук, но только камень другой возьмем. Возьмем тот камень, который посерединке у нас находится. И, кстати, за прохождение следующего левела мы с вами еще и откроем новый камень. Так, выбираем наш лук и выбираем с вами... А, вот этот вот первый, походу, камень мы здесь никогда не вставляли. Да-да, реально, ребятки, второй камешек я уже вставлял, а вот этот вот первый камешек я ни разу не вставлял. Так, и что он делает? А, и они просто-напросто, ребятушки, погибают. Нам нужно все делать, в принципе, то же самое, что и в предыдущей миссии, только наши противники не сгорают, они разлагаются, и все. Ну, сейчас, я думаю, довольно-таки быстро мы с вами эту миссию тогда проходим. Нажимаем вот на эту кнопочку. И, в принципе, большинство вот этих вот врагов наших мы с вами уничтожаем с помощью этой кнопочки. Да, 18 левел у нас пройден, и мы с вами открываем новый камешек. Вот он у нас уже и доступен. Давайте мы с вами выберем тогда его и попробуем его заложить в этот вот лук. Посмотрим, как теперь мы с вами будем стрелять этим нашим луком. Хотя бы давайте одну миссию попробуем за него и пройти. Итак, стреляем пока что в эту кнопочку. Ну, тут понятно, мы с вами ничего не увидим. Нам нужно именно стрелять по противнику для того, чтобы увидеть, как действует этот вот камешек. Тут вот у нас есть 3 противничка, сейчас мы с вами попробуем их и подстрелить. Итак, стреляем одного. И что происходит? Он про... А, ребят, походу это молния, да? Это что-то наподобие молнии. Вроде как молния ударяет, и этот вот вражеский босс тут же погибает. Кстати, ребятки, на 14% мы с вами открыли новое оружие. Это молот Тора. А ну давайте, ребят, мы с вами еще выберем, к примеру, щит Капитана Америки. И опять же выберем вот этот вот желтый камешек. Посмотрим, что он будет делать здесь. Там получается, что перчатка Таноса просто... Ну, нам нужно было просто щелкнуть пальцами. А здесь давайте мы выбираем посерединке этот желтый камешек. И что он делает? Ну же. А получается, когда мы с вами выбираем желтый камешек именно за щит Капитана Америки, то выпускает наш Капитан Америка сразу 3 щита. О, вот это вообще круто. Походу, ребятки, этот наш новый камень самый-самый крутой. Смотри, а нет, пока не попал я по противнику, а вот теперь один разочек попал. Ну, в принципе, ребятушки, все у нас понятно. Этот вот камешек наш новенький просто-напросто выпускает 3 щита. Если тут будет 3 цели, то сразу 3 цели мы и поражаем. То есть, наверное, это, ребятки, самый-самый крутой камешек, который я вообще открывал. Давайте мы еще разочек его проверим на нашем луке. Вставляем его в наш лук и погнали. Еще разочек попробуем сыграть за наш лук. По ТНТ-хам я стрелять не буду, давайте мы с вами попробуем стрельнуть по этим нашим противничкам. А, да, получается, ребятки, что своего рода он молнию как бы вызывает, и эта вот молния, в принципе, наносит повреждения по нашим врагам.
Сперва нам нужно, конечно же, разбивать щиток у этого чувака, у этого противника. А вторая стрела у нас наносит ему смертельный урон. И на 57%, ребятки, мы с вами открываем еще одно новое оружие. Друзья мои, если вам эта игрушка понравилась, если вы хотите, чтобы я еще разочек записал по ней отдельный ролик, поставьте, пожалуйста, лайк, кто этого еще не сделал. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если вы еще не подписаны. Ну а с вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачки, всем пока!